Следующий легендарный продукт Каскара. Всегда говорю о том, что как он будет влиять конкретно на вас, мы узнаем от вас. Да. Потому что вариантов масса. Да? Но работает он, конечно, всегда. То есть это закономерно гарантированный результат. Другое дело, что у кого-то это будет через 4 часа, у кого-то это будет через четверо суток и потом зарядит с определенной регулярностью. Да? Поэтому по Каскаре я говорю так, что человек сам себе подбирает дозировку. Наша цель стул каждый день максимум 2 раза в день. Если он больше, чем 2 раза в день, то мы дозировочку уменьшаем. Стандартно 1-2 раза, 1-2 капсулы. Потому что, вот, например, смотрите, написано по 2 капсулы 2 раза в день. Вот если я ее в такой дозировке выпью, я, ну, это хорошо, это будет отпуск на неделю, да. То есть, да, 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 что он начал пробовать, да, и у него в итоге... Он провел выходные с семьей. Да, так и звучало. Значит, сама Каскара Саграда, именно вот кора жостра, да, она, в общем-то, продается и в аптеке. Но у нас она особенная, да, она долго очень хранится в определенных условиях, в определенной влажности, и за это время, ну, то есть на производстве именно, да, в определенных ангарах улетучивается вещество, которое вызывает спазмы в кишечнике. Поэтому в норме Каскара дает мягкий стул, без болевых ощущений. Если есть болевые ощущения на Каскаре, значит, с кишечником беда. Его надо восстанавливать в 2-3 раза больше по времени. Да? Значит, там, может быть, даже язвы и колит выраженный и так далее. То есть люди чувствуют Каскару, вот съели и через 8 часов как бы сходили в туалетик. Радостно. Есть болевые ощущения. А если есть болевые ощущения, то нужно начинать делать противопаразитарную программу. Вот хорошо сочетается каскара с черным орехом. Ну, просто есть люди, которые могут, например, там, настроиться сразу на противопаразитарную программу большую, да. А есть кто, ну, как-то ужаты в средствах, да. То есть каскара плюс черный орех, вот, она не снимает этот спазм. Ну, там вариантов масса, там и лецитин, и кальций присоединяется, если это спастический колит и так далее. Поэтому это как бы немножко даже диагностический момент такой, да, то есть если каскара как-то дискомфортно, то, в общем, да. И четко мы себе помечаем, что именно этот продукт мы убираем тогда, когда у человека нормальное давление или повышенное.